Вы на канале питомника садпочтой.рф. Мы привозим саженцы в Петербург и высылаем их почтой. Ссылка на каталог внизу под роликом. Это карликовый вяз Жаклин Хиллер, растущий у нас в саду в Ленинградской области. Его высота где-то сантиметров 40, а возраст 5-6 лет. От обычного вяза он отличается миниатюрными листочками, очень плотной кроной и небольшими размерами. Его максимальная высота в очень зрелом возрасте – это где-то 2 метра. Собственно, эти признаки определяют то необычайное изящество, которым отличаются растения этого сорта. Ежегодный прирост вяза Жаклин Хиллер – это 10-15 сантиметров, то есть растет он все-таки не слишком медленно. А растение, которое вы видите, мы используем как маточное растение для черенкования, соответственно, оно постоянно и довольно сильно обрезается и прекрасно переносит обрезку. Если говорить о личных пристрастиях, мне вяз этот очень нравится, хотя есть с чем сравнивать, у нас порядка 1000 видов и сортов растений. О зимостойкости вяза Жаклин Хиллер можно судить вот по этому двухметровому экземпляру, который растет в открытом грунте Петербурга уже много лет без каких-либо проблем. Подводя итог двумя словами, достоинство этого вяза – изящество и небольшие размеры. Если не заниматься формовкой и просто посадить этот вяз, он будет радовать вас на протяжении многих лет и при любых размерах. А вот если приложить руки, то это, во-первых, прекрасный материал для бонсая, а в более зрелом возрасте, вот посмотрите на рисунок его ветвей, это прекрасный материал для формовки того, что японцы называют ниваки. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Посмотрите каталог нашего питомника садпочтой.рф, ссылка внизу под роликом. Мы привозим саженцы в Петербург и высылаем их почтой. Переходите по ссылкам на другие наши ролики.